Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И начнем мы, пожалуй, с ежедневных испытаний. Так, у нас тыквоголовый разыгрывается. Кстати, ну здесь мы, ребята, рулим. Помните, да? Это уже было событие у нас такое. Я думаю, что никаких проблем у нас здесь не возникнет. Тем более, когда я беру с собой свою имбовую команду. Так, где моя ведьма? Вот она. Ну что, ребят, давайте, поехали. Извините за мой голос, немножко подсевший я с работы. Должен в люле уже быть давно, но, ребята, сижу, клепаю для вас очередной видосик. Потому что Tower Conquest — это Tower Conquest. Без него мы никуда, да? У нас как бы две игры на канале фаворитные. Это Черепашки-ниндзя и Tower. Так, ну что, приступим, пожалуй-ка мы. А давай сделаем так. Давай сделаем так. Естественно, ребята, естественно, выходит зомби с надгробием. Готовимся, сейчас будет ульта, скорее всего. Поэтому я, наверное, вызову нашу баллисту. Я думаю, что мы должны, в принципе, расклепать. Ну, вот оно, ребята, и ульта. Так, давай мы призовем сюда, наверное, Джаггернаута и еще одного мага-рыцаря. О, ё, просто смотри. Вот это для меня, ребят, нежданчик. Давай-ка ультой пропишем ей. Ведьми-то вражеская. Ну-ка, Ронин, не подведи, молодец, красава, красава, красава. Шмяк, и все, ребята. Только шапочка слетела у вражеской ведьмы. Ну, а я взамен буду, конечно же, тоже вызывать свою ведьму, чтобы она их здесь наказывала. Причем жестоко наказывала, не просто так. Воу, баллиста, давай бомби, пожалуйста, пробивай. Так, вот, ребята, и тыквоголовый появился. Тыквоголовый появился. Так, Ронин у меня бежит. И сейчас быстренько разбираем ему базу. И, в принципе, ребята, первая каточка за нами. Я думаю, что остальные две мы просто с вами пробежим по фасту, чтобы долго здесь не мучиться. Так, 23 карточки на тыквоголового. Отлично, давайте дальше заберем свой отряд, который у нас, в принципе, и был. Ничего менять абсолютно мы не будем, потому что это уже зарекомендованный отрядик у нас, так скажем. И я в нем на 100% уверен. Тут даже одной ведьмы нам было бы достаточно, чтобы пройти просто-напросто эту катку. Ну, будем делать так, чтобы было всем интересно. Для начала давайте сделаем ускорение и будем копить уже, в конце концов, на ману себе. Что у меня с голосом, елки-палки? Вообще, осип. Так, выходит у нас зомби с надгробием. Давайте вызовем Джаггернаута. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пошла ульта. Так, что-то как-то слабенько она сработала у нас, вам не кажется так? И, конечно же, будем призывать тоже ведьму, ребята. Как же без нее? Без нее мы никудашеньки. Так, секунду, секунду, секунду. Тут кто кого передамажит? А ну-ка. Вау. Ребята, тут что-то заваруха совсем не кислая. Мы, смотрите, не можем с вами пробить ведьму. Представляешь? Не можем, и все, и хоть эту тресни. Вот тут еще тыквоголовый из-под тишка. Ладно, давай ульту сделаем. Все, да выеживалась ведьма вражеская. И мы, ребят, с вами разбираем уже замок. Как вы понимаете, я специально поставил на ускорение, чтобы быстро все это дело замудрить. И мы замудрили. Мы замудрили в нашу победу, вот так вот скажем. Ну что же, отлично, ребята. Ах, ядрить тебя на корень. Ребята, я-то думал, что мы будем с вами дальше получать, но нет, нам подсунули 13 карточек на... Так, давайте-ка дальше заберем наших юнитов и продолжим, ребят, с вами бомбить. Последняя катка у нас осталась. Да, конечно, я не рассчитывал, что здесь будут давать нам замок. Я думал, мы тыквоголову будем с вами зарабатывать, но вот уж дудки мне показали большие фигушки. Ладно, ребята, ускоряемся и давайте-ка быстренько пробежимся по этой локе, которую мы с вами тащим просто на изи. Так, максимальная мана у меня накопилась. Ну, естественно, ребята, все идет абсолютно по старому стандарту. А я вот так вот сделаю. Хоба! И ультушечку применю. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо мне так баловать, пожалуйста. Да, ребят, естественно, выходит вражеская ведьма. Ну, мы ее сейчас расчекрыжим, поверьте мне. Вот, баллиста нам еще тут, как говорится, в помощь. Хватаем ману. О, все, ребята. Он слился, честно вам говорю. Ну, и скажу одно, ребята, все испытания пройдены. Все три попытки, все удачно. Мы с вами получили 23 карточки тыквоголового. И остальное у нас идет все в замок. Ладно, мы с вами переходим наконец-то на сюжетную линию. Давайте, ребята, вспоминать, что нас здесь ожидает. Мы остановились с вами на долине подданных, да? Оу, оу, тут еще только самое начало, грубо говоря. А, так это даже самая первая лока, ребята. Ладушки, поехали, тогда будем с вами действовать так. Если у нас здесь грифа, грифа — это проказник, мы сами это прекрасно знаем, будем, наверное,
Нет, не хочу я этот отряд брать. Давайте вот этим. Против Грифона маг-рыцарь должен здесь, ребята, отжигать по черноку. Поэтому я больше чем уверен, что именно этот отряд нам нужен. Так, давайте, наверное, немножечко с вами ускоримся. Совсем чуть-чуть, да? И будем уже здесь их кромсать, в конце концов. Вот паладин, это, конечно, ребята... Да, ну, Рони, ну как ты? Ну зачем ты именно его бомбанул? Ладно, фиг с ним. Все равно, ребята, они трупы. Потенциально они уже мертвы. Они после этого еще сами не знают. А мы-то знаем, что за нами будет победа, ребят. Так, БФГшечка, отлично. Ну, что могу сказать, ребят, пока все идет тип-топ. Вот Грифон, конечно, подосрал мне сейчас малину всю. Твою же дивизию. Смотри, ребят, что он делает. Он вызывает этих паладинов. Давайте-ка ультой его нагреем. Может быть, многим не понравится. Скажут, Рэй, зачем ты делаешь все это на ускорение? Ну, ребят, ну так будет интереснее и быстрее, согласитесь. Тыдыч, все. Мы прошли с вами этот уровень. Получили опыта, получили денежек. И переходим на предпоследний этап, где у нас прибавляется лучник и копейщица. Опять же, ерунда это все на самом деле, ребята. Для нас эти сосунки никаких, как говорится, препятствий не имеют. Мы их просто раздавим, как танк Т-34 во времена войны. Будем давить этих гаденышей. Так, ну что, ребят, давайте наберем 500 манны по-быренькому, да? Вот, смотрите-ка. Вышел паладинчик. Это как раз хорошо, ребят, потому что у меня сейчас выйдет ведьма. Я буду начинать с нее. Погоди-ка. Эх, как не хотел, ребят, но не успел. Лишь вот этот вот Квазимода мне помешал. Понимаешь, о чем я? Ульта. Так. Ну, я скажу, хорошо все идет у нас пока. Ребята, Ронин. Ну, как обычно, не спеша вышел он. Ладно, бог с ним. И этого будет нам достаточно. Даже, ребята, чересчур, я бы сказал, достаточно. Давай еще одного мага-рыцаря вызовем. И, ну, ать. Все, да? Пробили мы паладина. Пробиваем сейчас копейщицу. И, ребята, естественно, конечно же, лучницу. Хоба! Снесли ее к ядрене фени. Ульту применяем. Минус паладин. Копейщица тут еще выеживается вместе с крестьянином, с дохленьким с этим. Да, ребята, отлично у нас все идет. И мы, в конце концов, сейчас пробьем ему замок. И перейдем на этап с боссом. А босс здесь кто будет? Скорее всего, король. Почему? Или нет, ребята, здесь у нас епископ. Ну, я думаю, что отряд этот нужно оставлять нам, потому что здесь, опять же, есть Грифон, здесь есть лучник, это два дальнобойных юнита. Только Грифон еще и летающий при этом всем. Так что давайте, ребята, не будем расслабляться, немножечко подускоримся и давайте, как говорится, делать наши дела праведные. Так, я успею? Да, я успел бы, если бы не вот этот вот шитик, который тут же отдуплился, ребят. Так, Ронин сколько у меня... А, Ронин недолго жил, кстати, ребята. Не очень долго. Можно, в принципе, вот так вот сделать. Ульта не пробила паладина. Вот это плохо, ребят. Я слышу звук Грифона. Ладно. Давайте, ребятулечки. Наказываем их всех. А вот, ребята, и епископ пожаловал. С собственной персоной. Слушай, я думаю, он здесь долго не находится. Поехали. Представляешь, какой епископ сосунок, что его просто с одной ульты мы снесли. Воу, изи катка, ребят, по-другому это не назвать. 7000 голды, отличные, кстати, бабульки мы с вами зарабатываем. Также получаем сундук подданных, из которого нам выпадает 13 карточек короля. Так, 8 карточек на башню и 9 гемов. 9 гемов, это шикарно, так же как и король. Мы переходим с вами на новую территорию. Нежить. И встречает нас здесь голем и банши. Это старая, ребята, комба. Я, кстати, помню, что против нее, по-моему, мы вот так всегда дрались. Банша, да, банша будет напрягать. У нее массовый крик, ребята, массовый стан может повесить на всю нашу группу, кто попадет под ее вопли. Поэтому будем начинать, наверное, с джаггернаута. Джаггер, давай. А он сейчас вызовет, ребята, банши. Естественно, банши. И вот здесь-то нам как раз понадобится наша баллиста. Почему так медленно, ребят? Давай-ка. Оп! Ускоримся капельку, ребят. Потому что, ну, начальный этап, и здесь все будет изейше, поверьте мне. Фаербол полетел. Раскрамсули, досвидули. Так, погнали. Есть, отлично, ребят. У меня, знаете, какая сейчас идея возникла? Вызвать жнеца. Просто для фана, ребят. Взять и вызвать его. На первом уровне. Вот это будет прикольно. Смотрите. Полетел. И сейчас начнет шинковать. Блин, ну дамаг у него, ребят. Смотрите.
А, он сейчас бьет врагов. Тогда фаербол. Все. Что и требовалось, ребят, доказать. Отлично, мы идем с вами. Так, и второй этап. Ох ты, елки-палки, ребята. Здесь уже прыгунок. Здесь прыгунок. Здесь особо не забалуешь с этим-то хлыщом. Ну, мы можем, в принципе, взять вот этот отряд. Давайте, ребят, попробуем. Я знаю, что мой щитобот выдержит пару ударов от прыгуна. Даже в ярости. Ну, а если этой ярости не будет, то это будет вообще шикарно. Мы его просто раскромсаем, ребята. Так, смотри-ка, что получается здесь. Здесь немножко не так пошло все дело. Я думал, на самом деле, будет первым выходить прыгун. Но я ошибся. И это плохо. Потому что сейчас будет банша орать. Отпсихованный-то кричит. А голем в этот момент, ребята, захиливается, да? Слушай, очень подозрительно, почему нету прыгуна? Прыгун, ты где? Где ты? Вот он, ребята, идет. Эй, погоди-ка. Заморозка. Ух! Слушай, нам сейчас крупно, ребята, повезло с вами, если честно. А вы спросите, почему? А потому что заморозка была. Вот так-то. Вот, еще один, ребята, прыгунок бежит. Так, готовимся. Хоп. Ты смотри, что он делает. Ну, мы его убили. Несмотря на то, что он, ребята, выпрыгнул в неистовстве. Слушай, что мы с вами тут ждем? Давайте накопим 500 маны, в конце концов, и будем уже призывать нашу друидку. Естественно, с друидкой-то у нас все будет чики-пуки. Это я на всякий случай, ребята. Я просто перестраховался, на самом деле. Ууу, заморозочка. Изи. Так, ну а теперь я уже точно намерен призвать друидку, потому что времени у нас остается минута. Нам некогда тут рассусоливаться. Так, прыгунок, а ты далеко ли собрался, а? Красавчик-то наш. Тихо, не надо лупить мне друидку, пожалуйста. Ну, вот она, молодец, смотрите, ребята. Она делает захил, мы делаем приворот, и голем пошел куда-то за свой замок туда. Пошел отлить, грубо говоря. Ну что, ребятулечки, победушка за нами, голема карточка, плюс 500 монеточек, отлично. Чего желать-то можно лучше, я даже не знаю, ребята. Если только еще быстрее победу сделать. Так, ну что, ребят, я думаю, что здесь мы оставим эту же комбинацию. Здесь у нас когтистый. Мы прекрасно все знаем, кто такой когтистый, который может уничтожать и воздушные цели, и наземные цели. Плюс размах его когтей просто невероятен. Он достает даже тех юнитов, которые стоят за танками. Да-да, при желании он может до них дотянуться. Плюс еще у него, ребята, есть смертельная ульта. Это, как говорится, отрыв башки, когда у него отлетает голова и как у Феникса начинает, короче, как у нашего этого, у Грифы начинает наносить урон. Вот в данный момент очень плохая ситуация для меня, да? Потому что если мы, например, подобьем сейчас, да, ну, грубо говоря, когтистого, от него отлетит голова, которая может попасть по моему замку. Но не в этот раз. Не в этот раз. Все отлично, ребятули. Поэтому я сейчас призываю, конечно же, друидку. Как же мы без нее? Никудашеньки мы без нее с вами не пойдем. Да и не нужно, в принципе, идти. Вот так вот мы сделаем. Все это барахло подтянем. Плюс ураганчик нам выпадает. Полетели икарусы мои. Так, ребята, вот он когтистый. Но смотри внимательно, что делает щитобот. Он просто красавчик. Он выдерживает, ребята, целую масуху. Он выдерживал удар голема. Он выдерживал когтистого. Плюс крик банши. Молодец, щитобот. Я рад, что он у меня есть. Я рад, что я про него вспомнил. Долгое время он у меня не участвовал в боях, вы помните, да? По моей, как говорится, невнимательности. Я его как-то исключил из отряда, а потом забыл просто-напросто его воткнуть. И он у меня долгое время просто стоял. А ведь это неплохой танкуля на самом деле. Причем дешевый танк. 100 единиц манны он всего лишь-то стоит. А сколько от него пользы? Ну просто по красоте. Он может, ребята, как говорится, сдержать даже хищница, прыгуна и даже разбойника. Да-да, своим телом он может отразить вот эти вот атаки. И за счет своей дешевизны он может, ребята, как бы сказать, стоит, отбивается. И в этот момент мы можем кого-то призвать, кто сможет продамажить. Вот так вот. Ну что, ребята, а вот здесь уже щекотливая ситуация, потому что появляется служитель тьмы. Мы знаем все, что этот хиллер. Причем хиллер дамаг. Я даже вот и не знаю. Может быть, нам попробовать вот этот вот отрядик, а? Как вы думаете? Или не стоит? Слушай, мне кажется, не стоит, потому что здесь прыгун. Он довольно ярый парень, и шутить с ним как-то нежелательно. Давайте, наверное, оставим эту же команду. Как говорится, прожмем, продавим, добомбим. По-другому это не назвать. Так, вот сейчас, я думаю, он начнет как раз, ребята, с прыгуна.
Хм, нету никого. Странно. Вот, 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 ребят. Стоило только сказать, что он начнет с прыгуна, и прыгун тут как тут. Хоп, но не тут-то было, верно? О-о-о-о, смотри, что он делает, ребят. Обалдеть, да? Он наносит дамага. Нехилый парень. И сейчас он будет постоянно его призывать. На постой просто-напросто. Поэтому, ребят, я и вызвал всадника на журавле. Так, а ну-ка, кикиморы, успокоились. Давай-давай-давай-давай, ее пропили. А, отлично, банжи готова. Так, мы, ребят, с вами накапливаем 500 маны. Вот, прыгун идет. Идет, ребятулечки, прыгун. Так-так-так-так-так, паладиныш. Ты, главное, не пасуй у меня, пожалуйста. Все, тут хорошо, отлично, ребята, получилось. Ага, вот он, ребята, зловредный служитель тьмы. Давай его пропили. Есть. Слушай, он долго здесь, конечно, не повыеживался. Ну, а мы, в свою очередь, ребят, уже приступаем к разбору полетов, а точнее, к разбору его башни. И самое интересное, что у меня здесь, ребята, всадник на журавле, который, в принципе, ни от кого не мог получить дамаг. Он в любом бы случае стоял бы и бомбил бы по его замку. И как-то быстро-быстро мы с вами идем, но это и нравится мне больше всего. Так, ребята, здесь у нас старый дед Колотун. С этим дедушкой не поспоришь, вы знаете прекрасно. Угу. Так, я думаю, наверное, все-таки мы вот этот вот, наверное, с вами возьмем отряд. Нам здесь нужен дамаг. Дед бьет всех, и воздушных, и наземных, ему без разницы, кого лупить. Причем у него урон колоссальный просто-напросто. И при этом он еще может загнать тебя в стан. Об этом тоже не стоит забывать. Но когда сзади деда будет стоять служитель тьмы, тут уже, ребята, на самом деле будет не до шуток. Потому что, ну, вот потому что. Так, слушай, он что-то как-то тут очень-очень-очень рьяно начал. Я серьезно говорю. Чересчур как-то он. Ну-ка, Ронин, выбеги хоть раз. Да никакой там выбеги. Как всегда, сопли на кулак там наматывает. Вот, обожаю, ребята, вот когда выходит у нас красная ульта. Я просто обожаю ее, потому что этот красный луч, он уничтожает все. Ага, все, началось, да, ребята, в России утро. И даже голема не сможем пробить. Через отражение как-то получилось все это сделать нам. Ну вот, ребята, ведьма выйдет, и сейчас мы будем копить себе армию нежити. Не получилось, к сожалению. Ага, вот и дед Колотун. Вот, ребята, и дед Колотун. Ну что, используем, наверное, ульту при первой же... Так. И... Я не вижу эффекта. Сейчас бабка тебе хана будет, нет? Не, ребята. Моя чумная летучая мышь все-таки успела подбить. Карточку получили в первый раз на деда Колотуна. Так, големчика мы этого убираем с поля боя. Так, у этих тоже надо, ребят, подрезать по любасику, чтобы... Вот, вот самый главный пройдоха в этом матче. Служитель тьмы, который захиливает. Причем, смотрите, он хиляет довольно нехило. Хиляет довольно нехило, звучит-то как. Ульта пошла от меня. Так, Ронин. Ронин, как всегда, не спешит, ребят. Абсолютно не спешит. Идет расторопненько там. Все, короче, ребят, по красоте мы сейчас ему замок-то и уничтожим. Подрезаем, подрезаем крылышки. И вот он упал. Фух, замечательно. 6500 монет, ребята, сундучок открываем. И кто нам здесь выпадет? Вот что самое интересное для меня. Слушай, ну неплохо, 12 тысяч монет, 12 карточек на старого деда и радиоактивный зомби, 9 карточек. Так, мы с вами переходим на фабрику роботов. Так, а вот это уже интересно, БФГ под щитоботом. Это довольно такая тоже крепкая, ребята, имба. Колодочка. И я думаю, что мы начнем вот так вот делать. Почему я взял именно эту, ребята? Ну, во-первых, я хочу привыкнуть, что у нас есть все-таки четвертый отряд. И он все-таки неплохо рулит. Кто-то мне посоветовал что-то другое взять. Из каких-то бойцов, я уже не помню кого. Так, 275. Мы успеем с вами? Давай попробуем, ребят. Давай мы попробуем. Так. Надо, конечно, в стан загонять бы их всех по возможности, да, но... Так, ульту бы мне, конечно, применить еще как-то. Я не знаю, ребят. Давай вот так вот попробуем. Во. Вот. Она, ребята, замедляет их. И тигр мне нужен. Все, я вызвал тигра. Тигр-то будет сейчас тут кромсать не по-детски, поверьте мне. А вот самое бесявое, это, ребята, вот эти вот... Вау! Ха-ха! Прикинь, вот это было круто на самом деле. Я вызываю еще, ребята, одну банши. Точнее, некро. Какое банши? Банши уже была там. Это некро у нас, конечно же. Как я мог попутать? Вот так вот. Смотрите, что происходит. Видите, корни. Вот мне почему-то кажется, что корни будут лучше, чем пряничный домик.
который просто делает отхил. А это корни, они замедляют врага и наносят урон. Ну, так как у меня слабенькая база, естественно, урона мы этого не видим. Но замедление, поверьте мне, работает. Отличненько, все. Прошли. Первый этапчик, как говорится, за нами. И мы переходим плавненько на второй, где прибавляется молотильщик. Молотильщик, да? Против молотильщика у нас всегда, ребята, рулил не этот отряд, а вот этот вот. Тут, правда, у нас всего лишь одна энергия. Но я думаю, что нам этого хватит. Так, ну что, приступаем потихонечку, да? Будем сейчас карамсули делать. Карамсули до свидули. Так, ой. Ну, Ронин должен, ребята, должен справиться. Я помню, что он рулил. Ну, обмен. Ладно, фиг с ним. Так, БФГ-ха. Зря, зря ты идешь. Вот этот хитрый бумс и отлетает. Вот это мне, конечно, убивает в нем, ребят, на самом деле. Так, кто меня за... А, ну да, щитобот же станет может. Все, я понял. Ронин выбежал наконец-то. Хоп! Пошла наша ультуля. До свидуля. Все, ребята. И, наверное, будем сейчас с вами копить, в конце концов, на ведьму. А может быть, даже и не стоит. Смотрите, ребят, как у нас тут все происходит. Да, смотри, у меня чумная мышка-то там наяривает, будь здоров. Может быть, она сейчас одна даже и забомбит замок. Ведь может быть такое? Может. У нас уже сколько таких, ребята, случаев было, да? Когда один воин, вспомните, сколько раз у нас всадники на журавле уничтожали базу. Просто стояли и бомбили ее. Ну, это в том случае, если, конечно, у врага нет летающих юнитов. Фух. Так. Прошли, ребятули. Третий раунд у нас. Тут энергии, к сожалению, больше нету. Но зато ее здесь целая куча. Целая куча ее здесь. Бомбер, да, прибавляется в отряд. Ну, я думаю, что ничего страшного здесь нету. Мы будем с вами действовать по старой схеме. Джаггернаут плюс голем плюс баллиста. Но уже в конце будем вызывать, наверное, грифу. Грифа будет здесь наяривать. Так, у него здесь нет, по-моему, ребята, молотильщика. Поэтому можно смело... Оу, да он еще и с бомбера начал. Ну, это его, ребят, проблемы. Оу, застанил. Ладно, хорошо, гаденыш. Так, голем, давай, проходи, проходи быстрее. И теперь будем, конечно же, призывать уже нашу баллисту. Фаербол надо запустить. Хоп. Красота неписанная. И теперь уже, ребят, естественно, теперь надо грифона выпускать. Так, застанили. Давай, 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 давай. А что такое бомбер-то мощный? Эй! Так, разбомбили мы бомбермена. Так, секунду, 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 олух. Ты смотри, что делает, а? Так, грифа, давай, 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 давай. Нет, все, он меня разозлил, ребята. Он меня разозлил, поэтому я буду сейчас призывать жнеца. Хуча! Просто, да, с одного удара. И сразу зомбарик у нас появляется, и мы еще фаербол так, бэм, в довесочек. Зашибись. Дюш, еще один зомби у нас есть. Смотри, какие раскрамсули идут. Просто высочайший, ребята, уровень профессионализма играть в эту игру. Так, дай сюда ману, куда она полетела у меня. Так, жнец, тебя бомбер застанил. Эй, это непорядок, ребята, это непорядок был. Ну, давай, бомбани еще, баллиста. Отлично. Ну что, я думаю, наверное, все, замку ему пришла Крантара. Кантара-микантара, все, ребята, забомбили, развалили. И даже не поморщились. Так, предпоследний этап. Оу, щетос, щетос, читос, щетос. Ребят, короче, здесь, в принципе, никаких проблем нету, за исключением одного маленького хилбота, который обычно хилит у нас щитоботов. Ну, вы помните прекрасно всю эту эпопею. Поэтому не расслабляемся. Так, идет щитобот. Молотильщик, это, конечно, не айс, ребят, на самом деле. Ладно, и посмотрим, Джаггернаут пропишет с плюшки или нет. Прописывает. Все, тогда, ребят, я на расслабоне. Я на расслабоне, потому что сейчас я хочу призвать жнеца. И жнец-то тут как раз, ух, встрепенется. Фаербол вначале, опа. Они такие внежданчики. Как так, как это Рэй фаербол применил? Вы, кстати, заметили, ребят, что когда мы с вами играем на основной сюжетке, да, враг почему-то не использует ульту своих замков. И это меня очень, как сказать, стремает. Как-то, ну, нечестно. Я вот применяю ульту, а он нет. Хотя, честно говоря, он и без ульты здесь довольно нехило жарит. Так, ну-ка давай-ка. Опс. Всех, как говорится, в кучку соберем и вызовем еще грифона. И еще и фаербол такой. Бамс! Воу!
практически вся армия у него и полегла здесь. Смотри, как захиливает, а. Очень-очень жестко, ребята, хиляет. Так, минус. Давай-давай, еще баллисту призовем сюда. Ой-ой-ой, жнец у меня допрыгался. Как-то его так умудрились, ребята, пробить. Я не понял, почему это произошло? На каком самом... Ребята, минута у нас времени. Враг лютует. Не хочет, я смотрю, проигрывать, ни шиша. Тыч! Я еще разок призываю жнеца. Ну, на этот раз им, ребят, не выкрутится. У меня приворот, заморозка. Да все, что хотите. И базенки сейчас, да, ребята? Базенки хана. Так. Последний уровень, кто у нас босс? Ой, сосунок этот. Я думаю, что, да... наверное, вот это надо взять отряд здесь, да? Хотя, на самом деле, этот отряд, ребята, у меня не дамажный. Он, я бы назвал бы, есть вот отряды танковые, да, дамагеры и баланс. Вот это вот у меня баланс. Потому что здесь друидка рулит практически всем. За счет нее я только здесь выкрапкиваюсь. Ну, конечно, воины мои тоже, как говорится, не пальцем деланные, они тоже могут за себя постоять. Но друидка — это все-таки наше все. Погнали. Теперь делаем вот так вот. И щита бота вызовем тоже. Единственное, конечно, будет очень и очень, ребят, печально, если он призовет ядер бота. И тот успеет, гаденыш, подойти к нашему замку. Вот это будет очень печально, поверьте мне. Поэтому надо стараться, чтобы такого не произошло. Видел, как БФГ просто моих двух молотильщиков снесла одним плевком всего лишь. Так, вот он, ребята, и вышел, ах, Ламон, господи. Вот теперь попробую, как говорится, его сдержать. Да, ребята, ты посмотри. Ты посмотри, он идет, он же оглушенный, но все равно идет. Так, слушай, погоди. Блин, у него еще здоровье целая куча, ребята. Не-н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 е, парень. Давай. Оглуши его, пожалуйста. Слушай, по-моему, сейчас будет в первый раз в моей жизни фейл. Сейчас мы с вами проиграем. Ребята, проиграем? Нет. Чертовски повезло на самом деле. Чертовски повезло. Я вам говорил, ребята, этот отряд не дамагеров. Это баланс. Поэтому мы могли просто сфейлиться. И он бы там еще чуть-чуть и был бы взрыв. А взрывает он базу с одного взрыва. Так. Отлично. И разносим ему базу. Великолепненько сыграно, ребята. Очень круто. Так, сундук роботов. Давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну, смотрите, в принципе, ребят, неплохо. Ну, ядербот, я не знаю. Вот я все сижу и думаю, кто из них хуже из боссов. У меня претенденты такие, ребята. Это вот ядербот, вот этот вот, да. Потом епископ. Мне кажется, вот епископ, наверное, вообще никчемный. Нет, хотя вот этот, наверное, скорее всего, никчемный. Именно ядербот. Епископ, ну, он как-то хоть защиту там еще отхиливает. Ну, а этот же ядербот вообще ничего не может сделать. Просто идет напролом, встает там возле базы. Если его никто не забомбит, он взрывается. Вот такая вот эпопея. Вот такая вот, ребята, петрушечка. Ну что, я думаю, с этими охламонами мы, наверное, не справимся. Мы будем... Погоди, вот. Слушай, нифига не получится, наверное. Ладно, я попробую, конечно. Фехтовальщик, это же критовик. Это, грубо говоря, дамагер. А кто против него выстоит? Голем не выстоит, ребята. Только джаггернаут. И то под вопросом, под большим. Да ядрить тебя, да что ты делаешь-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо было джаггернаута вызывать, ребят. Ну, джаггер, ну давай. Ну что ты там завис, заснул, уснул. Так, давай этого, пожалуйста, фехтовальщика накрой. С плюшки, нет, не накрыл он его с плюшки, ребята. Да и господи. Ну и как? И что? Ураганчик, А теперь фаербол в ту кучу. Вот только так, ребята, мы с вами как-то выкрутились. Естественно, сейчас будет обстрел. Естественно, ребята, обстрел. Эй, не подходите, не подходите к моей баллисте. Не вздумать даже. Всем стоять на расстоянии выстрела. Опа, два выстрела баллисты достаточно для того, чтобы упал фехтовальщик. Ну, а если я вызываю грифона, то это вообще по красоте, потому что дальнобойных юнитов у него нету. И летающих тоже. Пиу.
Так, давай Джаггернаут. И, ребят, можно, в принципе, использовать фаербол, если мы захотим. А мы захотим. Ты дичь. Вот этих сразу двоих олухов пришили. И еще одна баллиста у меня выходит в помощь первой. Ну что же, могу сказать, ребята, изи катка. Немножко стреманулся вначале. Думал, что не сможем как бы их удержать. Но ураганчик нам помог. Кстати, за счет, наверное, ураганчика мы здесь и продержались с вами. Так, давай, оп, минус. И... да. Забомбили. Ну что же, первый этапчик у нас с вами пройден довольно неплохо. Мы переходим второй и посмотрим, кто здесь. Ну, в принципе, ребят, ничего новенького нету для нас, да. Вся та же самая шалупень, но плюс еще прибавляется здесь копейщик. Ладно, хорошо. Давайте мы его будем, наверное, поджидать за счет Джаггернаута. Он с двух плюшек его роняет. С двух, ребята, плюшек, не стоит об этом забывать. Смотрите, раз. И еще надо немножко ему на добивку. Два. Вот таким вот макаром у нас все это происходит. Так, ну не стоит, ребят, расслабляться. Нужно, естественно, призывать как можно быстрее нам баллисту. Баллиста появился. Не... тихо! Я просто, ребята, так сделал для того, чтобы копейщица не ткнула нам в замок. У нее довольно большой радиус. Смотрите, копья. И она могла бы спокойно вот отсюда просто задеть по нашему замку. А так как у меня нет отхила, нам пришлось бы переигрывать. Поэтому фаербол, ребята, я и использовал. Надеюсь, вы поняли. Так, ну что, по-моему, пора нам выводить тяжелую артиллерию в виде... да-да, именно в виде жнеца, ребят. А вы что подумали? Конечно же, жнец, ребятули. Самый красивый босс в игре — это жнец. Нет, ведьма мне тоже нравится. Друидка, кстати, тоже симпатичная. В плане, как выглядит, как сделано. И, кстати, вы в курсе, что, скорее всего, ребята, не буду вам точно говорить, но будет обновление. А знаете, почему я так решил? Потому что, когда ты выбираешь юнитов, вы видели, у нас еще 4 или даже 3 ячейки свободные под определенных юнитов. Этих юнитов пока еще нету, но, мне кажется, скоро не будут. Потому что разработчики долгое время, да, не обновляли игру, вы помните, да? И только лишь в том году нам добавили новую... даже не новую расу, а новых юнитов, да? Вот, например, как помните, баллиста, друидка, это же все из нового. Так, секундочку, подождите, ребята, у нас что, по энергии-то все кисло, да? Все, ребятули, кисло. Слушай, я не знаю, вот этот вот отряд у нас потянет здесь или нет. Лучница, фехтовальщик, плюс черный рыцарь, мечник, не знаю, надо смотреть. Только лишь... ну, вот здесь, я думаю, сможем. Здесь сможем мы сыграть с вами через банши. Если мы успеем, конечно, не призвать. Ну, тут еще паршивый фехтовальщик идет. Так, что нам надо сделать, ребят? Нам нужно как-то помогать нашей... почему я ее называю банши, если это некро? Ёп, красоты. Опять 25, ребят. Ой! Ой-ой-ой, что? Я не то сделал, ребята, я... я совсем забыл, что у нас база-то липовая. И достаточно одного удара. Грубо говоря, я сейчас сфейлил попытку. Ну ладно, ребята, ничего страшного в этом нету. Потому что это у меня тестовый, как говорится, отряд. Давай немножечко прокачаемся. Сколько? 42 уровень. Грубо говоря, половину мы уже с вами накачали. Так, здесь у нас есть как раз еще немножечко энергии. Буквально один разочек мы сможем с вами сыграть. А потом придется, наверное, играть тем отрядом. Хотим мы этого или нет. Как мы это будем делать, я не знаю. Но надо, ребята, понимаете, надо. Ух, так, ну что. В противовес, да? Мы с вами будем выставлять, естественно, ребят, паладина. Прикрывать его молотильщиком. Погнали. Молотильщик, да, магер еще тот. Я думаю, даже будет лучше, чем фехтовальщик, если честно. Но он жмет свою, ребята, как говорится, параллель. Не дает мне тут расслабиться, гаденыш этот. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами будем все-таки призывать друидку. Потому что здесь может все очень плохо кончиться для нас. 500 маны я накопил. Так, тут только лишь лучник сейчас может нам повредить. Да, и он повреждает, ребята. Он ломает мне мои все планы, гаденыш. Несмотря на то, что, конечно, всадник на журавле там пытался отхилиться, ничего у него так и не вышло. Выпусти пилу! Нет, не выпустил, ребят. Тогда давай так вот, по-плохому, раз не хочет по-хорошему. Что нам сейчас надо сделать? Нам надо призвать в первую очередь друидку, которая здесь начнет выставлять тотемы, а там уже пойдет как по маслу у нас все. Единственное, меня смущает, ребята, очень мало времени у нас, минутка всего лишь осталась. А этих олухов-то здесь очень много. Так, о!
Смертельный тотем стоит. Когда она бросает его в кучу, это просто, ребята, великолепно. Поймите меня правильно. Он стоит в куче и просто прожаривает всех врагов. Мне это нравится. Ой, как я обожаю, как вот это все происходит у нас. Когда их так кучненько к себе подтягиваешь, да, и просто бомбишь. Теребунькаешь их, так сказать можно. Ну что же, я думаю, ни для кого не секрет, что этот уровень мы с вами пройдем. Замечательно, шикарно. Карточки достаются нам сегодня, конечно, очень много карточек выпадает, я смотрю. Так, ну что же, а вот здесь, ой-ой-ой-ой-ой. Здесь, ребята, с разбойничком-то не зашуткуешь и не забалуешь. Как мы будем с вами поступать? Мы с вами будем поступать вот так. Другого выбора нет, ребята. Единственное, что нам здесь может помочь, это вот эта вот большая дистанция от замка до замка. И мы все-таки здесь сможем с вами как-то немножко раздухариться. Да, конечно, не спорю. Если один раз чекры... А он сейчас идет, ребята. А он идет. Так. Ну, давай, предположим, мы сделаем так. Ну, хоть бы встан бы его. Ведьма, нет! Нет, ребят, не вариант. Блин, не вариант и все. Хотя, да о чем мне это даст? Мне это, ребят, вообще ничего не дает. Вот серьезно говорю. Смотрите, у нас урон получен? Получен. Господи, что-то не то идет, ребят. Все не то и не так. Не так, как нужно. Ах ты, гаденыш. Ах ты, смурфик, а. Не, ребята, здесь фейл. К сожалению... К сожалению, эта катка, ну, не подходит. Вот эта вот колода не подходит для таких вот врагов, если я так проще объясню. Ну что же, у нас есть с вами другая, как говорится, колода, в которой есть еще одна энергия. Это вот эта, моя дамагерская. Я думаю, что она-то у меня здесь как раз-то и справится с этими охламонами, со всеми. Значит, он вызывает первого кого? Разбойника, естественно, да? Поэтому мы подготавливаем под разбойника нашего рыцаря-мага. Пускай только сунется. А он сунется, ребята, он сунется. Так, подождем, когда он сюда подойдет поближе. И будем уже вызывать. Так, хоп, проявляемся. Чик, и все. Такой, думает, довольный, да? Нет, ребята, не тут-то было. Слушай, ну... Рыцарь-маг вообще красота. Он сносит, ребят, практически вот этих вот всяких сосунков с одного удара. Я ульту еще применю. Уюх. Классно, да? И, естественно, ребят, призываем ведьму. Все, если ведьма вышла, здесь уже, ребят, ни у кого не будет никаких шансов вообще. Просто будет сейчас армия зомбарей. Вызываем, естественно, мага-рыцаря. Блин, что же мне такого хочется сделать, ребята, с тем вот отрядом? Как бы мне его... Я не знаю, улучшить, усилить. Может быть, кого-то заменить. Там, в принципе, она, как отряд тут, неплохой. Там дед Колотун у нас. Там у нас тигр. Все, в принципе, замечательно. Но слишком дорогие там юниты. Ладно, ребят, мы с вами прошли. И давайте попробуем все-таки как-то вот затащить. Нам только вот этим отрядом остается играть. Только лишь этим отрядом. Блин, просто видите, если бы у нашего замка была бы полная прокачка, ульта у него просто сногсшибательно. Она замедляет и наносит постепенный урон врагам. Они просто бы дохли бы, как мухи в этой паутине. Но, к сожалению, вот как-то вот не получается у нас, ребят, прокачать. Деньги нужны, денег нет. И вот это вот вечная, ребят, проблема для нас. Ну что, давай начнем, наверное, с тигра. После тигра мы, наверное, применим мечника и ульту, ребята. Не забываем про нее. Хотя, подожди, нет, не ульта. Нет, все-таки ульта. Все-таки, ребята, ульта. Так, ах, ты хотел сказать, отлично. Нет, пока, ребята, ничего не отлично. Где? Вот это я понимаю, ребята. Вот это было сейчас красиво сделано. Так, слушай, погоди-ка. Погоди-ка. Слушай, мне кажется, ребята, опять по времени не получится у нас. Ой-о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 й, некростой, не погибай. О, король уже вышел, ё-моё, я тут рассусоливаюсь. Ребята, нам нужно срочно вызывать деда. Срочнейший просто-напросто. Давай, дедуля, не подкачай меня, родной. Я в тебя лично очень сильно верю. Давай тигра еще призовем на помощь. Во! Ты понял? Вот что называется, ребята, дед в деле. Просто с удара снес этого рыцаря, короля. Тудуч.
Они подожгли мне деда, господи. Дед горит. Дед горит адским пламенем и упал, к сожалению. Упал на колени и все, и погиб, ребята, он. Дай-ка я вот так вот применю. Блин, чего не хватает, я не могу понять-то, а? Давай прыгуна призовем. Чего-то вот как-то вот не хватает. Нету какой-то скорости, я не знаю, ребят. Да, вы заметили? И, по-моему, это все из-за вот этого противного лучника. 33 секунды, елки-палки, ребят, не знаю я. Я не уверен, что у нас тут получится. Ага. Так, ураганчик. Давай, давай, давай. Прыгун, ты где там у меня, родной мой? Где ты, прыгун? Тебя тут уже все, блин, заждались. Так, хоп-хоп-хоп-хоп. Пошла, 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 мазута. Нет, ребят, не успеем. 8 секунд. Нет. Не хватает нам, ребята, мощей, к сожалению. Буквально секунд. Секунды, ребята, миллисекунды даже не хватило, чтобы мы прошли с вами этот уровень, господи. Ну как же мне тебя переиграть? Как же мне тебя обыграть, а? Может быть, о! Вот оно. И вот оно. Вот оно и вот оно. Ребята, ну все, дело в шляпе, как говорится. Сейчас мы с вами все здесь делаем чин-чинарем. И он даже вякнуть не успеет. Так, мы здесь фейлились по времени. Поэтому, ребята, пофиг нам на повреждение на замок. Мы, как говорится, с вами будем сейчас стругать и метать. Так, 500 маны быстренько накапливаем с вами. И просто призову сейчас друидку. И начнется здесь такая возня, ребят. Ух, какая тут возня начнется. А успеет ли она у меня выйти? Да должна, по идее. Хотя он уже близко, враг-то. Так, поехали. Надеюсь, эта лучница здесь все-таки подожгла. Ну-ка, иди сюда, хламонка. Так, она захилялась. Отлично, ребята. Все тип-топ. Погнали. Так, кто здесь? А, здесь у нас король. Угу, здесь у нас король. Не стоит об этом, ребят, забывать. И что нам надо? Нам надо вызывать таких более мощных паладинов. Более мощных паладинов. Более мощных юнитов, которые могут сдержать не один удар от деда. Вот он и вышел. Король. Кислый щей. Он, ребята, не может нанести урон моему всаднику на журавле. Понимаешь? Вообще не может нанести урон. Потому что всадник на журавле — это летающий юнит, ну как бы по идее. А он летающие цели подбивать не может. Это его большой минус. Вот и все, вот он и отдуплился, ребята. Жик. Ну а дальше вы сами понимаете, что сейчас будет. Расколбас полнейший. Так, там кто у нас? Кто там у нас? Кто там у нас крадется-то, родной мой, роднуля? Тотем он там не подбивает. Ладно, ребят, давайте двигаться далее. Замку сейчас уже будет ханарики, да, на воздушном шарике. Слушайте, мне нравится. Замечательно, но вот в том отряде, вот, который четвертый, вот чего-то не хватает, какого-то юнита, который бы мог, ребята, ну, то ли скорости нам придать в игре, то ли еще что-то. Как-то вот вяленько он выходит. Как-то некро пока раскумарится. Ну, вы понимаете, да, наверное, а к чему я клоню. Слушай, а вот здесь вот интересно, мы сможем справиться с этим отрядом или нет? Против захватчиков. Тут у нас страж, который, блин, ну, просто опупеть какой тяжелый. В плане, он жирный. Его просто замучишься пробивать. А еще, когда сзади стоит этот охламон, жаба с пушкой и бомбит. Ну, тут прям вот, ребят, вообще до напряга доходит дело. Что-то никто не выходит. Может быть, мы с вами... Давай деда, наверное, призовем, а? Для... Блин, для начала. Я не знаю, сможем, ребят? Ну, давай попробуем. Должен дед нам тут хоть как-то что-то сделать. Блин, да что это? О! Какой-то бред. Ребят, это какой-то бред. О! Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Молодец. Прыгуша, ты молодец. Ты отработал свой хлебушек сегодня. Сразу тебе скажу. По красоте ты все сделал. Ты расчекрыжил этих хламонов. Даже я удивился, если честно, ребят. Бумс. И дед, что мне нравится, ребят, у него массовая атака. Вот тут стоят там в куче, да, они. Вот он не пробивает, например, этого, да, стража. Ну того-то хламона он пробивает еще как. Того-то хламона он пробивает. Жабу с пушкой, которая там стоит втихаря. Смотрите-ка. Отрядик-то у меня этот справился. Даже очень неплохо справился, так скажем. Так, ребята, у нас еще где-то должна быть одна энергия, я же помню. Во, вот здесь. Ух ты, три тоши, надо быть поаккуратнее, поосторожнее. Не выпускать его, ребята, из вида и, по возможности, чекрыжить самым первым. Поэтому здесь будет рулить у нас баллиста, конечно же. Куда же я без нее? Но не забываем, что здесь, опять же, страж.
Угу. И опять же жаба с пушкой. Значит, здесь будет и бородавочник, мне кажется, ребята. Да-да, это именно те олухи, где будут применяться бородавочники. Так, давай начнем с баллисты, наверное, я думаю. Так, хорошо, зашло. Ребят, очень хорошо зашло. Тритоша, отвали отсюда, ты нам здесь не нужен. А он сейчас будет, ребята, вешать щит. Главное, чтобы не отражающий урон. Отражающий урон, ребят, повесил. Так, но тем не менее мы с вами, ребят, справились. Готовченко. Так, давайте-ка мы, наверное, уже с вами будем призывать баллисту, блин. Я хотел жнеца, на самом деле, призвать. Ладно, пускай будет баллиста. И... Так-т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 ак. Ну, вот. Все, ребята. Жнец, как говорится, у меня вышел. Баллисты будут прикрывать. Монетки, монетки, монетки. Успел. Успел я прихватить их. И расчекрыживаем, ребята, ему базеночку. Ну, на последних порах. Да удар-то, елки-палки. Вот так вот. Ну что, ребятули, красотули вы мои. Прошли мы с вами. Довольно неплохо сегодня мы про... О, так мы с вами на последний... Ничего себе, мы сегодня так бустанули. Елки-палки, мы с каждым разом, ребята, все лучше и лучше делаем с вами успехи. Но это, опять же, ребят, благодаря нашему четвертому отряду. Пускай он, конечно, не везде выигрывал, но пару уровней мы все-таки затащили с помощью его. И, как видите, нам осталось тут всего лишь три этапа пройти. Мы перелетаем с вами 86-й телепорт. Тут не за горами и 100-й телепорт. Интересно, 100-й это последний или нет? Если кто, ребята, проходил ее, напишите, пожалуйста. Мне будет очень интересно знать. Ну что же, ребятулечки, по-моему, все. Больше у нас энергии нигде нету, к сожалению. Ну, этот отряд у нас, естественно, пока не готов. Вы сами понимаете, почему. А вот это я, пожалуй, прокачаю. Какой там у нас 48-й уровень? Ну что же, дорогие мои друзья, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ну, а мы увидимся с вами в следующих новых сериях по Tower Conquest. Так что всем пока и до скорого.